работам Котласское ДРСУ приступило накануне. Убрали верхний слой грунта, сейчас выравнивают площадку. Песком отсыпаем, а потом плиты будем ложить или укатывать. Вот до конца, вот до сюда вот. До середины забора. Железобетонные плиты здесь планируют уложить уже на этой неделе. Парковка будет 48 метров в длину и 14 в ширину. Хорошо, что начали. Давным-давно пора было. В 8 утра самое неудобство, потому что и пешеходы здесь же идут, выходят, и водителей, и парковочных мест не хватает. Транспорту много, иногда где-то и встать некак, и больные, и кто там посетители. Очень хорошо. Давно надо было. Еще бы сквозной проезд сделать, так вообще отлично было бы. Как пояснили в управлении городского хозяйства Котласа, также сейчас прорабатывается и вопрос освещения на этой территории. На сегодняшний день фонари здесь отсутствуют.